А? Выровнись, пожалуйста, Порш! Нет, вас Генрик! Я помогу тебе, я помогу тебе! Урод! Урод! Да, видите? Видите? Добро пожаловать на Радмир. Со мной сегодня Ураган, Чупикси и Егорчик. Всем здорово. Ну что, ребята, посмотрите на вот эти вот четыре красавицы. Это Porsche 911. И сегодня на них мы устроим нереальный заезд на бабки, естественно. У каждого поляму в кармане, каждый готов выигрывать. Перед тем, ребята, напомню, что у меня есть свой, как бы, тег FGK. Если вы хотите залетать на Радмир, вы можете вписать его и получите 50 тысяч, когда отыграете 10 часов. И также на стартовый приколясы вы также можете ввести PL57P, чтобы вы тоже мне помогаете с бабками, потому что вы залетаете, и мне тоже бабки даете, и сами получаете приколясы. Ну что ж, на нахуй просто урагана отебался. Уработал. Ну что ж, уважаемые, по машинам. И сейчас мы отправляемся в аэропорт Лос-Сантоса. Вот сюда прямо. Запомните, самый первый, кто вылетит с трассы, это будет Егорчик. Ну что, кто считает? Давай, Чупикс. Давайте. Раз, два, три. Опа. Бля, я думал, реально так лучше будет. Ну, сука, в итоге я самый последний пыль глотаю. Я задним ходом реально могу. Не знаю, вот чисто по навигатору. Да, но по навигатору, кстати, он показывает по правой как-то. Сегодня это... Урод, блядь. Ебать, улетел. Он РП драйв, бан. Вот я как знал, что ураган это чистый дерьмо, блядь, а не человек. Да, давно перед гонкой там пытался меня ударить, покалечить. Не, ну я первый еду. Я вырвался на первом месте, друзья. Ты чё, охуел у вас, Генрик, блядь? А ну, тормози немного. Чё, Егорчик, как там? Что? Бля, подожди, а что он 320 только гонит? А 330. У меня 350. Ну ты там единственный по горочке идешь. Сколько у тебя остается? Как 350? У меня 4,7. Это просто... А, немного в другое место надо поставить. Ладно, похуй. Чупик так разгоняется. Я не знаю. У меня... Нажмите на сет, вы не понимаете, что ли? У меня тварь на... Бля, у меня назад инвентарь, я же перебиндил. Сука. Блять! Хорошо, что я пристегнулся. Очень хорошо. Блять, у меня из-за того, что не туда показывает навигатор. Сюда давай. Не, ураган это пиздец, фул идиот, но. Здорово, Генрик. Он вперед уехал! Блять, нет! Нет, вас, Генрик! Я помогу тебе! Я помогу тебе! Урод! 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 Ты знаешь, куда он меня кернул? На БУ авторынок, где я 10 километров буду выезжать. Блядь, вот. Я хотел пошутить. Пошутил, урон. Короче, давайте ураганы и Чупиксы кикнем, нахуй. Ну все, господа, я на месте. Ебать, что у меня с машиной? Охуеть, у меня кузнечик. Ну я же говорю, ураган это чисто фул, блядь, дебил, нахуй. Да. А хули ему, бля. Ураган доехал уже? Да, я на месте. И рофлишь? Бля, я второй путь. Нет. Бля, я клянусь, у меня, знаете, вот эти старые машины такие, вот представьте игру Мафия, и вот эти тачки такие ебаные. Пиздец. Горшек, сколько тебе остается? Да забей, я уже просто катаюсь. Тебя толкнуть, нет? Да, нет, я сам. Ураган, ну ты урод, конечно. Чекните экран. Прошу, что вы... А, она починил? А, нет, во. Да, видите? Видите? Вот это кузнечик ему. Порше! Порке! Пиздец, ему плохо. А вот так, знаешь, смотришь, ебать, ну так чуть-чуть поцарапано, а потом... На! Ну что ж, механики починили наши драндулеты. Посмотрите, сейчас мы метим на армию, вот прям на А. И только по навигатору, то есть мы через Вайну вот так наверх идем, через вот эти дома, и только так до армии, и никак иначе, не срезать. Кстати, ураган, выйди быстро нахуй, деньги-то отдать надо. Надо. И реально. Ну ты ж выиграл. А, мы на деньги играем? На лям. Ебать. Заебись. Доброе утро. Опа, легко. Поехали, получается, сейчас еще один лям делать будем. Ясно, долбаев. Айна, готовы? Да. 3, 2, 1, let's go! Ясно. Ясно, блядь. Ебать, фальстарт, ну, нет, блядь, у вас забагало, блядь. Да, видели в ролике, скажите. Был фальстарт или нет? Фальстарт. Почему у меня дождь, блядь? Блядь. Ну, тебе повезло, Игорь? Я сдох, все забейте. Не сдох, я этого ебать. Пыль глотаешь. На.
Я врагу въебался. Ну, тормоза хорошие тут, Егорчик, спора нет. Оп, и педаль фол. Ты урод ебаный, нахуй, на Егорчике, блядь. Просто урод. Я не специально. Бля, у меня опять сколько, у меня кузнечик ебаный опять. А я вообще пролетел, как в фильме, да? Пиздец. Бля, как... Егорчик, это просто... Да в смысле, ты меня почти толкал, блядь. Это пиздец. Это просто... А чё ты меня хотел, блядь? Это просто... Ну, а чё ты от крысы хотел, да? Пиздец. Так в смысле, блядь, ты меня в такси толкал, блядь. Какой в такси толкал? Ну или чё там, хуйня какая-то ехала? Когда? Ну, когда мы с тобой ехали, там тачка ехала. Ебать, ничего, что это ты меня толкал? Ты меня толкал. Бля, бля. Тихо. Бля, я этих водителей ебал. Ой, еще один запрошу. Ты же своего рода тоже водитель. Бля, вас Генрих, ты... Бля, ты отвечай всегда. Обгоняет и въебывается потом. На моих глазах. Волноваться нахуй сразу. А, выровнись, да, пожалуйста, Порш! Это... У меня Порш не выровнялся. 3. А сколько вам осталось? 3.23. У меня отсюда хуя. Мне 3.58. Бля, ну у меня кузнечик ебаный просто. Куда ты на своей байхе? Эй, Егорчик, въебись там куда-нибудь, я заебал. В смысле заебал? В прошлой гонке Ураган выиграл. Ну, Ураган выиграл, но не бортовался, как тварь. Ты знаешь, почему я проебал? Потому что он меня хуянул прямо так, что я улетел нахуй. Куда тебя и надо. Урод, блядь. Бля, не, слушай, забей. А чё тут вообще круиз-контроль не работает? Ну, нет, только ну, не короче... воду, только не воду. Блядь, поплавал, охуенно, всё, блядь. Короче, я на точке, я на точке. Угу, блядь, а у меня... Ну, я опять второй, блядь. А у меня корабль. Буль-буль, пиздец. Да, у нас тут гоночка. Я заебался, я выиграю когда-нибудь. Я просто в минус с этими гонками ебаными играю. Это пиздец. Чё там, Егорчик первый или Ураган? КЗ. Кто из вас первый? Егорчик. Опа. Ой, ёбаный рот. Я вообще без тачки теперь урод. Я вообще терпила, блядь. Что это? Я лидер, Vice Gang, нахуй. Куда ты? Ты что делаешь, Егорчик? Блядь. Ну-ка, отгони, давай. А как ты поставил так? Ну, а это у тебя баг просто. Давай я ее переставлю, блядь. Мы проедем дальше на военную базу. Нет. Почему нет? Вообще, предъявите ваши документы, я военную базу отставлю. Не-не-не-не, причина. Причина, да? Причина, приезд на военную... Егорчик, давай уже... Так, мы не на военной базе. Давай. Мы на мосту. Готов? Где Москва, Диана? Сейчас, я тоже, подожди меня. Причина того, что вы нас не пускаете. Давай, раз, два, три. Что вы делаете? Вы что, ебаны? Ебать, вы что, ебанутые? Ну ебать, братанчик. Бля, все, нам пизда. Да не, ну он сам виноват, хулем выебался. Съебал. Бля, алло, начки! Ебать! Бля! Под Генрику давай. Пиздец. Ёбаный рот, вы слышите? Я отвечаю, я должен отыграться в контейнерах. Я эти деньги на этих гонках еб... Я больше не буду с вами в гонки играть, эти ебаные. Бля, я уже последний лям отдаю сейчас. Пиздец. Я... Все, забейте. Я в гонках... Я с вами в гонки эти ваши клоунские не играю. Контейнеры онли, там заработок бабок идет. Ну или казино. Все, подави своим лямам. Мне ни слова больше. Вас, Генрик. Все нахуй. Я твой Порш, Егорчик, слышишь? Съебись отсюда! Уезжай нахуй! Что, с глаз моих дал? Уезжай нахуй. Проиграй достойно. Уезжай. Уезжай нахуй. Я сейчас, я такую вмятину оставлю на твоей двери. Она, все, бля. Ураган, поможешь мне кое-что сделать? Че? Чупик, садись в тачку. Ураган, ёбни ему по задним колесам. Поехали, Чупик. Ёбни ему просто. Прострели ему колеса, нахуй. Блядь, он уехал. Бля. Он по нам стреляет! Урод, сука! Блядь. А чего вы? Чего вы думали, Порш... вам не достанется? Тебе на Порш похуй? А думали, я-то да? Чё? Я-то в тебя не стреляю. А ты предложил. Что я предложил? А чего ты, Чупик, блядь, выёбываешься? Тихо. Брайк. Оо. Понятно, блядь. В больнице, нахуй. Красавчики. А, в него не регает. Вот он, ребята, Vice Gang. Замлидеры, блядь. Посмотрите, вот она. Семья. Лучшие просто, нахуй. Так куда там, Чупик, блядь? Давай, блядь, вот туда, нахуй. Ну все, ребята, откисаю в больнице, как говорится. Бля, урод. Троих положил. Всех друзей положил.
Я безоружный был, Егорчик, не приезжай на базу Вайсгенда нахуй. Там твое место для твоей тачки просто все закрыто. Я тебе серьезно говорю, Игорь. Все, Альдиверчи, блядь. И, ребят, также Альдиверчи вам. Напомню, ребят, что у меня тег FGK, если вы хотите залетать на Радмир, пишите FGK, получите 50 тысяч баксов. При том, когда отыграете 10 часов. И PL57P, если вы хотите стартовые приколяться также. С вами был FGK, Егорчик, Чупикс, Ураган. Всем удачи, всем пока.